Мы гуляем. Сегодня суббота. Погода распогодилась супер. Мы идем вдоль канала. Смотрите, они знают, что кто-то что-то будет бросать. Вы видите, какие рыбины, карпищи? Огромные. Как они сразу нас увидели. Моментально. Рты открывают огромные свои. С усиками. Все, они пошли обратно. Они поняли, от нас ничего не дождешься. Пошли обратно. Перейдем через мост. И есть дорога в гору. А посмотрите, вот эти птички на загораживающих столбиках. Кто-то связал им нарядики и одел. Все пришли в умиление, даже в один с Минирой. Такого мы еще не видели. Посмотрите. Шляпки с бантиком на хвостике. Штучка. Где? Там тоже? Ну-ка, ой, как интересно. Давайте посмотрим. Всех птичек нарядили. А, это вот здесь рядом такой храм. Что-то такое священное место. И птички приодеты. Как интересно. Все птички. Вон они, все одеты. В шляпках, в воротничках вязаны. Вот дорога к храму. Пойдем сейчас наверх. Спросили, смогу ли я подняться. Огромная, длинная. Нет, не огромная. Длинная дорога. Преодолевай ступени, иди вперед. Там где-то мы вот эту дорогу над вот этим парком преодолевали на канатной дороге. Снизу проплывал очень красивый храм. Посмотрим, куда же ведет эта дорога. Вперед. Так, я пошла. Ступеньки не низкие, но очень удобные по высоте. Я поднимаюсь. Вокруг и пальмы, и лианы. А вот и паутина какая. И сидит паук. Вон он. Бегут ручьи. Бегут ручьи, которые стекают вот в этот канал. Настоящий джунгли. Последние ступеньки этого яруса. Ух ты, как здорово. Вот. Кто-то слишком много булок ел на завтрак. Теперь ему тяжело подниматься. Мы даже знаем, кто это. Вот он рядом, прямо с нашим домом. По-моему, это синтоистский храм. Я его видела на карте, но не могла понять, где же он. А вот и он. Сойду. Эти ворота. Действующий храм. Вот тут можно омыть руки. Дракон. Выливает струйку воды. Она стекает вот в это хранилище. Откуда мы черпаем и делаем омовение. Спустимся. Там внизу шумит река. Приезжают в храм.
Пойду потихоньку. Говорят, скользко. Надо осторожно идти. Попробую воду эту. Наверное, та же, что и из дракона выходит. Вкусная вода. Если она не питьевая, не знаю. Груты. Хорошо. Ну что, пойдемте дальше туда? Путешествие. Так, укреплены склоны. Тут же гора. Чтобы они не сползала земля, почва. Такие балки. Скопление каких-то красных муравьев. Парк рядом с нами, но интересно, что там на высоте. Но даже вдоль прогуливаться, как приятно. Такие лианы, кущи свисают сверху. Все влажное, напитанное дождем. Два дня шел дождь, не переставая. Сегодня утром был дождь, я уже гуляла. Но вот сам воздух сильно тепло-влажный. Вдоль канала тянутся дома, красивые, двухэтажные. Здесь уже не канал, а целая река. Наверное, один из притоков Тамы, такой полноводный. Причем интересно, он в какую же сторону он течет? Он течет влево, как я поняла, по волнам. А наш отрезок, он течет вправо. Интересно. Красивый мост. Мы идем дальше. Мне интересно, это дерево или это имитация? Или дерево покрытое чем-то, чтобы не портилось? Потому что звук железный. Звук железный. Возможно, это какое-то искусственное покрытие. Имитация под дерево для красоты. Мне так кажется. А может быть, какое-то железное дерево. Но муравьи не стали бы по железу ползать. Все-таки... А, и потом мох. Вот, смотрите. Интересно. Вы прояснили направление течения реки. Возможно, это от вот того водопада волны идут влево. Но река течет в
вправо и впадая в Томагаву, большую реку, разделяющую Инаги, Чофу. Ну да, вон падает, сужается, расширяется. Такой куст грандиозный, красивый. Так, мы уже зашли в какие-то дебри. Тут ступеньки. Посмотрим, куда они ведут. План. Куда они ведут? В храм? Написано храм. В храм. Пошли, давайте. Поднимаемся. Так, я телефон убираю, вдруг я свалюсь. Поля частные. Знаете, какие листья вот у того растения? Вот гигантские листья. Интересно, что это такое за растение? Вадик, наверное, знает. Нет, там какое-то хозяйственное растение. Один подъем преодолен. Ну, как все уже внизу, далеко внизу. Следующий подъем. Вниз уходит бамбуковый лес. Широко шагаем. Раз. Вперед. Дорожка куда идет наверх? Теперь вот такая тропинка. Но она вроде не скользкая, когда идешь наверх. Посмотрим, как вниз она будет. Тропинка. Ну и вот вершина горы. Последний подъем. Вот он. Вот я поднимаюсь. Здесь последняя площадка. Нет, дальше есть еще тропинка. Вон она. Вот это бамбук. Заросли бамбука. Еще пальмы какие-то. Половина отряда отстала и отказалась от восхождения. Мы с Вадимом решили продолжить путь, посмотреть, что впереди. О, мы идем по горе вдоль реки в направлении к дому. Вот какие бамбуки. Плотные стебли, достаточно толстые. Ага. Где? А, да, я одного уже сняла. Паук, смотрите-ка. Вот экземплярчик. Родственник нашего того. Огромного. Ступеньки. Вот я постучала, видите, они мокнут. То есть это дерево. Звук такой же железный. Какой-то крепкий сорт железное дерево, с которого сделаны и ступеньки в парке по этим лесенкам. И, я думаю, ограждение вдоль канала, вдоль реки. Даже это не канал, это приток Тамы, Томагавы. Опа, еще один подъем. Подъем то вверх, то вниз. Движемся. Хорошая тренировка. Вадик меня тащит. Хорошо, почва не глинистая. И на листья не нужно наступать. Пошел спуск. Убираем телефон. В какое красивое место мы пришли. Смотрите-ка, тоже что-то такое священное. Давайте поднимемся наверх. Ой, глянем, что здесь. Вот тут. Ой. Тоже священное место.
Здесь уже близко храм, лавки, скамейки. Еще одна плита. И надо спуститься. Даже вон много, видите, на поляне. Много таких мест. Может быть, для отдыха. Явно это старые места, старинные. Делаем Google Translate. Надписи. Интересно, что я была еще в одном, как бы, лесу. В парках есть птицы. Вот здесь ни одной птицы. Я не слышу ни одной птицы. На канале вот в зарослях осоки, там еще такие прибрежные кусты, там были воробьи. А здесь только цикады. Поляна. Может, сюда приходили монахи. Потом попытаемся дома перевести эту страницу. Какое-то священное место при подходе к храму. Там впереди должен быть храм. Впереди за парком, вот над всей этой территорией проплывает канатная дорога. Она ведет от нашей станции Йомиури Ленд. Если вы посмотрите метро Токио, она идет как Йомиури Ленд. Букву Л они как Р произносят. То от этой Йомиури идет канатная дорога прямо в парк развлечений Йомиури Ленд. Очень хороший парк, у меня есть видео. Вот. И, в общем, вот этот парк под канаткой, он всегда меня интересовал. И там мы проплывали, когда ехали на канатке над храмом. Я всегда хотела в него попасть. Сейчас мы хотим до него дойти пешком, но не знаем, по какой дороге. Попадаются какие-то грибы. Вот этот по цвету более похож на что-то. Ну, конечно, он не подберезовик. Можно я его сорву? Нет, конечно. А может быть, это лисичка такая огромная? Пахнет изумительно. Хорошим грибом. Кто разбирается, скажите, что это. Вот, видите, у нее оборотная сторона. Ну, точно лисичка. Похоже. Ну, придется его выбросить. Извини, гриб. Все, пошли дальше. Снова вниз идет. Слышите? Это же звуки аттракционов, американских горок. Кстати, там классный парк развлечений. А, видимо, не туда. Еще какой-то грибище. Кстати, он похож на маховик. Просто здесь вот гора, я не могу к нему подлезть. Ну-ка, попробуем. Ой. Он облюбован кем? Комарами. Да, он крепкий, вниз у него маховая подушка. Видите, он достаточно взрослый, но целенький, хороший, крепкий гриб. Пусть себе растет дальше. Кстати, вот еще. Не буду рвать, смотреть. В общем, короче, в этом лесу есть грибы. Просто мы в них не разбираемся. Вот это, может быть, сыроежечки. Помните, как мы с Наташей в Паланге набрали грибов, рискуя жизнью? Мы их пожарили. Было очень вкусно. Вопли катающихся на горках слышны даже здесь. Наверное, очень страшно. А, Вадик, это идем. Пошли. В один из приездов мы поехали специально тоже в маленький городок. Я, конечно, не помню, как он называется. Там целый огромный парк развлечений. Вот там я первый раз и последний покаталась на американских горках. Я думала, что я не доживу до конца. В конце мы нырнули в большое такое озеро, прямо его в середину. Сорвался сверху этот паровозик и нырнул. Такое ощущение, что у тебя внутренности отделяются от тебя. Это ужас какой-то. Вот и вехи храма появляются. С тебя снимают все колющие, режущие, удавливающие шарфы и зонты. И все это надо оставить за пределами паровозика. Короче, ужас.
спускаемся опять. Нависшие, как бы гроты, нависшие пласты. Интересно. Все, вышли наружу, на дорогу. Вот он там, Юмиури. Ой, я вся, как говорится, после такого подъема-спуска. Вон наш Инаги раскинулся. Уже поспешим домой. Красота. Какое покрытие? Я все думала, для чего такое покрытие? Это для сцепления. Оно более такое шероховатое. Во-первых, красиво. Во-вторых, удобно и безопасно. Наши ноги. Вот наша станция Юмиури. Кто-то приехал с Синдзюку. А, нет, кто-то едет в Синдзюку, да? Да. Кто-то едет в Синдзюку.